28 квадратных метров, пятый этаж, небольшие еще ремонтные работы, у нас осталось установить плинтус, но тем не менее я решил поснимать. При входе сразу с левой стороны, посмотрите, раздвижной шкаф, здесь у нас получается гардеробная, дальше у нас здесь полочки, вот так вот сделаны, так, на полу плиточка, теплый пол, так, здесь у нас получается ванная комната, так, это входная группа, кондиционер. Тут у нас получается кухонка-гостиная, если можно так сказать, или просто кухня. Котел газовый, никаких доплат за котел нет. Здесь у нас небольшой французский балкончик. Выход на балкон, вид во двор, пожалуйста. Вот такие видовые характеристики здесь. Венецианские обои. Двери очень хорошие. И отдельно изолированная спальня, пожалуйста, вам еще. Также с окошком, с ремонтом под ключ. Так, второй этаж, выходите из лифта, поворачиваете направо, или поднимаетесь по лестнице, поворачиваете налево, 36 квадратных метров. Смотрите, она сделана студией, у нас получается здесь как бы кухонька сразу слева, балкон, где-то примерно 4 квадратных метра, вот такая здесь спаленька. Я бы не стал ничего это изолировать, хотя можно на самом деле изолировать, поставить перегородку, сделать здесь отдельную спальню, но я бы этого делать не стал бы. Небольшой французский балкон, здесь, соответственно, ванна. Стены уже оштукатурены, теплые полы. Человек делал ремонт, но решил продавать. Балкон, пожалуйста, вид на улицу Гагарина. Я думаю, ситуация ясна.